Всем привет! Сегодня я поехал опять к себе на путик. Развожу ящики, чтобы в следующем сезоне осенью уже ящики были на местах. Также поехал за металлоломом металл пособирать. Там вдоль путика нашел металлолом. В советские времена еще геологи работали. И после себя она оставляли железо, я вот по путику ходил, понаходил. Сейчас решил это все дело собрать, маленько порядок в лесу навести. Также взял с собой своих собак, пробежаться. Ножки размять, чтобы дома не засиживались. Ну ладно, поедем. Что будет интересного, буду включаться, вам показывать. Нищие следы, уже с песком припоросами. Значит, здесь ходит куница. Я вот еду, тут топкое место болотистое, там дальше будет сухой бугор, вот на нем планирую два ящика выгрузить, а на обратном пути там где-нибудь их поставить, потому что до этого я ездил, видел следы, там и соболиный след крупный, и куний поменьше след. Вот с собой взял два ящика, хочу там бросить их. А на обратном пути зафиксирую, там где-нибудь посмотрю на деревья. Уходит. Ну вот на этом бугру, вот прямо, там дальше уже болото начинается, Каркутинское. Здесь как сухое место такое, тоже стоят. Здесь куница ходила, соболь ходил. Вот куни следики. Видно, и там дальше, вон там завалы есть, вот я еще где-нибудь один здесь брошу, а один на той стороне, вот этого сухого места. Снимаю на телефон, еду одной рукой рулю. В одной руке телефон держу, удобно. Так, ну вот подъехал к этому месту, там уже болото, сухое место здесь заканчивается. Вот здесь вот такое вот дерево, листвянка заломанная. Вот под низом тропа соболиная. И вот я вот ходил. Так, и вот там получается три тропинки, выходило в ту сторону. Ну сходились они все вот туда вот, за дерево. Ну, примерно вот здесь, наверное, ящик буду один ставить, потому что и здесь тропа идет, и три тропы там было, в той стороне. Вот один ящик здесь поставлю, а один на той стороне болота. Сейчас их здесь выгружу и поеду дальше. Ну вот, друзья, вот так вот я пру по целине. Мусор проваливается, чуть ли не по самый двигатель.
снега мне по пояс, но спокойно идет. Вот я уже доехал до первой трубы, развернулся, вон труба. И уже в обратную сторону пойду уже по накатанной. Перед нагребает, вот так вот снега. Все сюда под ноги валится. Вот вся платформа, вся гусянка, все уходит. Вот снег прет спокойно. Даже вот на багажнике везде снег, полная корыта снега. Говорят, что на мотособаке нельзя ездить по глубокому снегу. Вот, самое то, экономично и практично. Конечно, скорость не сравнить с обыкновенным снегоходом. Но главное, что тяга у него хорошая. Не можно заниматься пищей сегодня. Так, ну вот, вот эти вот трубы от геологов. Не знаю, сколько это уже лет. Около 30 лет, наверное. Сначала думал, как пожарные гидранты. Но 5 лет назад пожар был в том районе, так они вообще, оказывается, он даже заваренный. Думал, может, воду от них будут качать. Нет. Стоят только без дела. Но, скорее всего, драгоценные металлы искали. Брали пробу грунта. И так все заброшено, все валяется. Будем забирать. Пока металл резал, собаки кого-то сработали недалеко. Иду к ним. Где-то впереди меня лаяли, сейчас замолчали. Ну вот мелкий след куни. Следок не крупный. С той стороны и в эту сторону. Ну вот подошел. Где-то тут впереди меня работает. Возвращаюсь к тому месту, где ящики оставил. Напилил труб. Килограмм, наверное, так. Ну, больше сотни, наверное. Есть, порез. Все, сейчас еду, ящики расставляю. И домой. А завтра там еще в другое место поеду. Там станина какая-то такая. Не от избушки, а считать лесорубы. Будка была, сгорела или что там. И по цене осталось. Буду ее резать, разбирать. Так, ну вот, подъехал к месту. И оставлял ящики. Сейчас один ящик. Вон там установлю, на соснах. А второй там. Ну как установлюсь, включу. А то снимаю на телефон. Сегодня без камеры. Ну вот я выбрал место. Вон то дерево впереди меня завалено. Как бы сюда продолжается. Здесь стоит сухара. Сосна сухая. Возможно, там где-нибудь дупло есть. Не обсматривал еще. И вот один след идет, где слом дерева. Оттуда. Один след уже присыпанный. Вот здесь вот идет. Ну, плохо видно. И один след идет. Вот там заячья тропа. И рядом с заячьей тропой туда уходит. И сходится вот в этом месте. Вот они, следики. И оттуда вот с той стороны тоже сходится. Получается, три тропы уходят в одно место. Ну вот, наверное, на этом дереве установлю ящик. И там еще дальше тропинка одна прямо уходит в ту сторону. Вот туда вот. Там более открытое место. Ну и завалы есть. Завалы низкие. А вот по этой квартальной, по старой, на болото ягодники ходят. Так что я вот здесь поставлю. Место более-менее скрытое от тропинки. И куница здесь, либо соболь, либо крупная куница здесь проходит. Ну, в принципе, даже ягодники, мне кажется, не тронут. Потому что здесь у меня вдоль этой квартальной много ящиков стоит.
там дальше. Также люди ходят, никто ничего не лазит, не пакостит. Пока таких случаев не было. В других районах, да, снимали капканы. Но в этом районе. Тут получается, как идет от нашей деревни тропинка, так местные ходят. Поэтому, может, и не трогают. Ну все, сейчас установлюсь. Вот он ящик, рюкзак, гвозди, топор. И покажу, как я установил. Все, ящик готов. Установил вот таким вот способом. Два гвоздя. Один вот так вот сверху вбил под углом в дерево. И также снизу под углом. Все, ящик жестко держится, хорошо. Приколотил сбежку для удобства. В принципе, куница может и по дереву залезть, но чтобы уже сюда залазить в ящик удобнее было. Также притащил веток еловых. Обычно пихтой накрываю. Ну, пихты здесь я не нашел. Придется елью накрыть. Почему пихтой? Потому что когда пихта высыхает, цвет такой получается красно-оранжевый. И иголочки, они остаются, по 2-3 сезона могут на венике держаться, не отпадают. А елка, она засохнет и моментально за лето облетает. Накрываю ящик для того, чтобы сделать видимость гнезда. Сухие ветки, а от пихты они такие как бы красивого цвета. И куницу интересуют не столько, сколько от людей, сколько привлечь внимание для куницы. Веточки подсохнут, и в принципе ящик не видно будет, а что-то такое как бы естественное будет казаться для куницы. Сезон закончен, март месяц, идет подготовка к следующему сезону. И по пути уже так собираю металлолом. Все, один ящик установлен. Проедем устанавливать следующий. Ну вот и второй ящик готов. Установил. Тут вот бревна сухие валяются. Деревья. Вот следочки. Шла в ту сторону. И вот метров 6-7 в той стороне в другую сторону переход. Видать, по этому месту ходит она. Путик проходит вот недалеко, вон там мухтар стоит недалеко. Вот эти бревна здесь валяются, дать она здесь пробегает. Надо потом еще по осени будет помет посмотреть. Метки ее. И вот на той стороне тоже там завалы. Такие средненькие. Все, сейчас едем домой. Завтра поедем опять. Вот подъехал к болоту. Ящик у нас вон там стоит. Вчера проезжал, вот этого следа не было, вот соболь набегал. Два раза пробегал туда-обратно. Здесь вот накружил и пошел по своим следам. И вчера здесь проезжал, вот дорожка не было, этого ничего. И вот здесь вроде подальше тоже, вот он кружил. Вот. Под елкой поднаклоненной. Сейчас схожу до ящика. Посмотрю, подходил к ящику, нет. Вчера-то я смотрел, он вот тут краем прошел. По завалам и в ту сторону посвежее. А сегодня отсюда шел, надо глянуть, посмотреть. Подходил к ящику, не подходил. Ну вот, иду к ящику. Впереди ящик, вот прошел. Вот проход. Вот следочки. Там уже ящик, сейчас глянем. Возле ящика ничего не видно. А нет, подходил. Вот следы. Вот, вот где белка стоит. Вот туда пошел. Белка, видишь, как ползет. Соболь по тому следу пополз. Он там вдалеке прыгает. А белая вот поползла. Тяжело им по снегу вообще идти. Но следы вот чуть-чуть образовалась корочкой. Вот он дошел. Повернул, вот он ящик. В принципе, если бы здесь что-то приманка была бы посвежее, вонючая, так среагировал бы. Что тут он?
стойка выветрившаяся висит. Приманку я здесь все забрал с ящика. Так что территория освободилась, пришел соболек. А я еду металл забирать. Нашел металлолом в лесу. Еще по осени. Ну и планировал к концу сезона ехать собирать металл. Сейчас еду за металлолом. Проезжаю возле ящика, смотрю, след свежий соболиный. Значит, забежал соболек. Это хорошо на будущий год. Уже знаю, что здесь живет один зверек. Сейчас, в общем, еду. Примерно вот где соболь стоит. Косач взлетел. Как раз рядом со снегоходовской дорожкой сидел. Собаки забегали, засуетились. Ну куда-то вот туда полетел. Черный. Косач, потому что хвост не как у глухаря. Так. Снега, конечно, по пояс. Ну вот она. Лунка. Получается, туда залез. Вот его на отверстие, дырочки. Смотрел и отсюда откуда-то вылетел. Полетел в ту сторону. Где-то здесь пал. Ладно, поедем дальше. Ну вот, друзья, добрался я до железяки. До металлолома. Вот она лежит. Это тут еще только третья часть ее, или там, или вторая часть торчит, остальное все под снегом. Снега выше колена. С собой у меня бензорез. Сейчас я ее разрежу. И буду в сани слаживать. Собака вон тряпочку постелила, лежит, отдыхает. Километров, наверное, 10 бежали за мной. По такому снегу, вон там белка бегает. Ползет, можно сказать. Попадали следы соболины. Соболь уходил. Стоял его минут 20, ждал. Потом вернулся. Ну, по такому снегу бесполезно. Собаки валятся вообще. Плавают. Ладно, сейчас займусь железякой. Лопату взял. Откопаю я ее. И начну резать. Корыто пластмассовое. Положил тряпку, чтобы не разбить, не расколоть пластмассу. Разрежу и сюда буду все складывать. Здесь в мешке у меня бензорез. Получается бензопила с насадкой от болгарки. Все, сейчас буду заниматься делом.